Открывалку. Открывалку дай. Я дала кому галет. Галет. Слона-то я и не приметила. И это, Люда. Дом, огородов, дачных участков. Все, что мы умеем и можем вырастить в нашем городе, в Сургуте. Ну, как какая красота. А пойдемте, начнем с цветов. Вот цветы. Обратите внимание, в этой вазе больше 20 наименований цветов. И все они вырастены на наших дачах, на одном участке. Можно сказать, наименований больше 20. Можно окунуться? Можно, понюхать можно. Можно сфотографироваться. Вот, пожалуйста, все мы представляем. Варенье, соленье, весенние. Ты в лес ездишь? Нет, еще. Не ездишь, но за ягодами. А вас как найти? Инстаграм или Телеграм? Или вы просто для себя только? Я сотрудник Старого Сургута. То есть можете... Эти изделия можно прийти здесь купить, да? Сделать. Да. Своими руками. Делать своими руками. Но это платно или бесплатно? 170 рублей. 170 рублей, ребятушки. Можно прийти в Старый Сургут. Смотрите, какие красивые изделия. Красота. Это, как вы уже смогли заметить, массовый народный праздник с песнями, танцами и обширной конкурсной программой «Дарить семьи». Оригинальность сюжета и креативное название фотографии. А сейчас искали, что вы такие дроссы. А мы переходим к церемонии награждения. На сцену приглашается член жюри Татьяна Геннадьевна Михайлова, член Сургутского регионального координационного совета ветеранов межрегиональной общественной организации, организации ветеранов. А это что за цветы такие здоровые? А это что за цветы такие большие? Астры, что ли? Которые? Вот. Георгины. Ого, это вы чем-то поливали для роста? Навоз, солнце и вода, да? Наши лучшие друзья. Ничего себе. Ирина Филина, если вы с нами здесь, просим вас подняться на сцену, просто жарко, выжили вам тепло, подарки. В этом году их надо искать. Ну, такая экзотика для нынешнего лета. Да. Можно даже и номинацию дать. Приехали в каком-то? А приехали в каком году? 86.
Все из дерева, витражные окна, все из дерева, даже картины из дерева. А это из какого материала делается? Натуральный мех разный. Натуральный. Это вы сами, да, делаете коврики? Угу. А долго такой делать коврик по времени? Девчонки, долго возиться надо. Молодые берите, люди, не... реклама вам будет. Ну, вы, наверное, продаете, да? Нет. Нет, не продаете, у вас просто выставка. Украшения красивые. Пусть люди посмотрят. Покажу зрителям своим. Но у меня бабушка, мне кажется, такие делала. Вот, видишь, сколько не бабушек вспомнит. Царство небесное бабушка. Да, да. Они, наверное, и вот эти коврики сейчас... такие хорошие, их надолго, они качественные, стирать легко. Вообще. А почему они? Ребят, кто знает, вот эти коврики метров. Вообще шикарные. Шикарные. Знаю, они вот на всю жизнь, пока не надоедят. И на дачу, и домой. Это из какого материала, грибочки? Неудивительно. Пьемаши вот это. А вот это ватные. У вас какой-то есть контакт? Пусть люди берут, да, может, кому понравится, купят. Давайте я вас... У меня зрители активные. А вы так покажите, что-то... Инстаграм... Подождите. У меня просто, короче, я зажгла это благовоние. Инстаграма нету. Не, ну какой есть, позвонят, там узнают уже. Ребятушки, кто хочет, смотрите, милости такие. Все узнаете. Да вы сами? Нет, ручки мои. Даже носить страшно будет зимой. Слишком красиво. Вот как раз, зато не надо ни сумки нести, ничего. Одел и пошел красиво. Да. И вот так всем пока. Да, и вот так. А это из какого материала? Это запекаемая полимерная глина. Красиво так, все оригинально. А в какой стоимости? 4. Девочки, возьмите мяточку. А я дачница. Я дачница. Ой, аромат сразу. Это вообще. А выпить его все это как убойная сила. Убойная. А вы продаете? Не-не, у меня просто это грядка целая. Это просто людям говорить, это снотворное вообще номер один. Вообще про все забудется. Выпить и уснуть. У нас вместо картошки мята растет. Картошку посадить. Можно фотографировать вас, да? Да, конечно, пожалуйста. Это вот вяленая, это как называется, шерсть, да? Я не ошиблась. Валяние, вот это. Сургутский? А у вас где питомник находится? На Дорожном. На Дорожном? Магазин «Наша дача». А, так и называется магазин «Наша дача», да? Не, но у нас магазин есть, и мы выращиваем сами. А название? Чего название? Ну, где выращивать? Питомника нет. А, не на продажу. Земли.
А, вы... При магазине это все продается. Магазин наша дача. Вот это наша. Молодежь уже все продали. Вот это наша. Вот наша. А их потом как на зиму в горшок, в гортензию, да? Нет. Метельчатую гортензию не надо ее выкапывать. Мы говорим, а что, ну вот он мне будет прыгать. Может, ребят, кому-то интересно будет. То порой ищем, не знаю, где найти. Гортензию вы знаете, я хотела на дачу, но теперь на следующий год. Ой-ой-ой, это розочка. И что, в Сургуте растет? Растет, да? На зиму домой, да? Угу. Так, ну яблоки я даже не знаю, это, наверное, сложно. Замок. Ой, ну это мелкий труд такой, мелкий, это же фантазия-то какая. Боже ж ты мой. Ванек, чеснок, Андрей, сельдерей, Димон, Патиссон. Ой. Боже ж ты мой. Есения. Можно так, посмотреть. Еще раз, почем веники? 300 дуб и 250 берез. Как называется? Называется что? Ну, где покупать? На профсоюзов, зайди, купи. Заходим эконом, с правой стороны там будет Юля, Олег. Там целая семья, в общем, они занимаются этим. Все. Ко мне приходить в баню Лукоморье, привокзальная 20/1. Я профессиональный фармацевт. Это какие-то большие, да? О, какие кролики. А это кто, индюк? Маленькие. Это индюшка, индюшка. Малюточки. Марусь, давай, я тебя с кроликом. Ой, а там... А, это головы, я думаю. Ух ты, красота. Это китайцы, да? Это нет, это голландцы. Китаец вот. Вот и вот. Вот и вот китайцы. Что-то хомячить любят. А это вот спинцы, вот это вот китайцы. Папа вот, знаете, вот его спинцы.